в течение квартала дети, была контрольная группа, экспериментальная группа, в экспериментальной группе дети занимались по модели ротации станции внутри планшета, интернет-школы за свой счет, и проводили эксперименты, и видим, что результаты тестов выходных они дают в два раза больше прирост у детей, которые занимаются по модели смешанного обучения, чем в классической модели. Также отдельно хочется сказать, что хоть и Учру является продуктом изначально созданным для ученика, мы видим всю статистику, и эту статистику по ученику, соответственно, видит его родитель, статистику по классу учитель, по школе директор школы зауч школы, по региону департамента образования в стране министерства. Это такой инструмент, в том числе для принятия каких-то решений на региональном уровне, хотя бы на сегодняшний день это работает больше, конечно, так, что для понимания, как дети в регионе вообще в принципе занимаются, но в будущем это должно эволюционировать, то что на тех данных, которые департаменты видят в системе, они принимали решение о том, как управлять системой образования в регионе, где хорошие учителя по математике, и это можно увидеть где-то плохие учителя по физике, причем вот в рамках какой школы именно, какую собрать эту группу, обучить целево, чтобы заниматься. И это тоже такой точный целевой подход решения проблем, которые реально существуют, может очень сильно и очень качественно повысить уровень образования. Ну и вот последний слайд, то, что мы стараемся активно развиваться не только в России, мы около 4 лет, наверное, уже работаем на рынке Штатов, около 1000 школ, 2000 школ являются клиентами, либо нашими клиентами, либо своими местами, и один из рынков, на котором я тоже надеюсь, у нас будут успехи, в ближайшее время экономика Китая, который очень конкурентен, и спрос на такие технологии там огромный. Это вот презентация закончилась. Помимо этих, помимо курсов, у нас